Всем привет, с вами Скиф. В этом видео я хочу показать, как изменить характеристики псевдогиганта, а именно, как сделать его либо очень слабым, либо наоборот, очень сильным. Для этого вам нужно открыть этот файл. И дальше идем вниз, вот здесь вот все это пропускаем. Это другое, нам это не надо. Вот, коэффициенты иммунитета. Можно здесь вот написать ему, допустим, вот так вот, если написать ему 0,0,0,0,0,1, он будет неубиваем. Можно даже вот так, вообще его никак не убить с пуль. А также можно ему написать вообще просто вот 1 и 0. Это сделает так, что вы сможете убивать с ПМ куда угодно, там, в лапу, еще куда-нибудь. Ну, для этого я вам еще покажу видео, чтобы вы убедились, что это действительно так. Сейчас на ПМ вам покажу. Так, спаун монстры, гигант. Вот, буквально спэм, он выносится просто на изи просто. Это у нас стояла вот такая циферка. Сейчас мы поставим вот такую циферку. И нужно вот один. Сохраняем. И заходим в игру. Ну вот, я уже заспавнил псевдоша с этими параметрами. Сделал самое имповое оружие. Вот, спецавтомат. Вал. Ну и для наглядности выстрелю все свои патроны. В оригинальном Тень Чернобыля он бы уже давно перестал жить. Вон сколько в него стреляют, он все никак не умирает. По нему вот и долговцы стреляют, и я. Ну это чисто, кому интересно, сделать псевдогиганта оправданным. Он достаточно крупный. Можно, конечно, поменьше сделать, чтобы он убивался там с 200 патронов. Ну а так он будет убиваться, не знаю, ну крайне медленно. А то и вообще не будет. Сейчас заспавню себе РПГ, чтобы убить его. Гаусс, наверное, тоже его не пробьет. А вот нашел. Так. Ну, я думаю, с РПГ он... Фига. Он даже с РПГ не убивается. Ну, вот. Так что работает. Ну, а на этом я серию завершаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Скиф. Всем пока.